Сухе повітря, опалення, кондиціонери. Недостатнє зволоження слизової носа порушує захист організму від інфекцій. Особливо у сезон простудних захворювань. Ізогідронік – гель з гіалуроном для зволоження слизової носа, для захисту від вірусів, бактерій та алергенів. Ізогідронік – безпечний для дітей з 6 місяців та вагітних. Отже, народна мудрість – чим товстіший чиновник, тим легше в нього влучити прирост. Єдиний спосіб долучити наших чиновників до спорту – це влаштувати олімпіаду серед корупціонерів і дати приз за кожну медальку по мільйону доларів. Зараз ми таких чиновників в спортзалі і покажемо. Під ваші оплески. Я зараз коні двину. А може просто у вас за велика швидкість на тренажері? Та я його ще навіть не вмикав. Я поки до нього дійшов, вже тричі спітнів. А уявляєте, коли відкриють наші декларації про доходи, ми взагалі тут всі потечемо. Це точно. Ага. Але, як то кажуть, краще піт на обличчі, ніж іній на яйцях. Правда. Будь здоров. Дякую. А ви вже скільки проїхали? Я? Ви. Я не бачу. У мене так тиск підскочив. Я взагалі ледве кручу. Так, треба взяти себе в руки. Нам всім наказали, всім чиновникам бути у формі. Тож вперед! А я завжди виконую цей наказ. Я, бачите, всюди в формі. О. А ви по своїй волі тут? Та де там? Ми виділили 100 мільйонів на ремонт цього залу. Ага. Тож тепер приходиться своїм прикладом показувати, що спорт на зараз найголовніше. Ага. Отож, пощастило. Спорт хоч для здоров'я корисний. А мені після залу ще 2 години на барабанах фігачити. Щоб пояснити, як вони заспокоюють в бомбосховищі. До речі, ви непогано фігачите на барабанах, щоб ви знали. Да, я вашу справу вже в нас в прокуратурі бачу. Може так дофігачитись, ну, десь до 8 років. Ну, ви ж своїх не здаєте. А зараз такі часи, що не зрозуміло, хто свій, хто не свій. Це точно. От мені нещодавно подарували сертифікат. Причому раніше дарували сертифікати в спа-салон, а тепер ось, дивіться, от такий сертифікат. Сертифікат у СІЗО. Прикиньте? Слухайте, може це жарт? Може і так, але не факт, бо дарувала та ж сама людина, що раніше від СІЗО відмазувала. О-о-о. Не переживайте, там і спортзал є. А, до речі, це не ви ініціатор закону, щоб у тюрмах в'язні на велотренажерах електрику виробляли? Так, це я, як ви здогадалися. А я зразу здогадався. А? У вас таке лице трохи на ідіота схоже. А ви чого тут сидите на тренажері? Чого ви на реальному велосипеді не їздите по велодоріжкам, на які вам вчора виділили 200 мільйонів? Так. Я вам більше скажу. Ми вже половину цих грошей освоїли. На доріжки? І на доріжки теж. О, а можете трошки відсипати? Та я би поділився, але ж кажу, мені ще 2 години на барабанах фігачити. Добре. А я вибачаюсь, а ви чому саме бігову дорожку обрали? Я так розумію, через кордон збираєтесь бігти, а? Ну, типу того. Ага. Ну, тоді вам треба, ну, ще з гантелями позайматися. Чого це? Ну, ви ж не будете з пустими руками бігти, правильно? Це так. Правильно. А ще треба буде відпрацювати стрибки і біг такою змійкою. А це навіщо? Ну, зараз такі часи, що на кордоні по вами стріляти можуть. Господи. Ага.
А вам далеко, до речі, бігти? Греція, Іспанія, куди? А, Іспанія. В Іспанію можуть собі дозволити тільки найкрутіші з нас, воєнкоми. А ми хто? Ми прості люди. Болгарія чи Румунія максимум. А ви, я так розумію, взимку збираєтесь з країни валити? Чого це? Ні, ну судячи з орбітреку, на лижах плануєте? А ні, мені просто треба, щоб руки були постійно зайняті. Тому що коли вони вільні, я або жерти починаю, або хабарі брати. Такі руки. А ви не боїтеся, що вас до армії заберуть? Бо я боюся. Та ви що? Вже ж сказали, що прокурорів, депутатів та чиновників до армії брати не будуть. Ні, ми ж хворі. Ні. Ми найцінніші професії в країні. О, це свята правда. Без нас немає країни. До речі, ви чули, що зараз усі, хто в минулому році отримав відстрочку від армії, знову змусять проходити медкомісію. Як то? Так це що, знову нести 8 тисяч доларів? Ні, я не думаю. Там же ж нових людей поставили. А ви думаєте, ціни будуть брати? Ну, як то не будуть. Просто нові люди, нові ціни, ось і все. Слухайте, а ви як зазвичай за кордон виїжджаєте? Через шлюх. Може, через шлях? А так, через шлях. А оформлюю через шлюх. У них там зв'язки в адміністрації, і через них дешевше. А от ви взагалі для чого тренуєтесь? Ну, як то кажуть, вовка ноги кормлять. Я поки всі откати по кабінетам рознесу, мені потрібні дуже сильні ноги. Розумієте? А я оце тренуюсь. Хочу до наступного літа бути таким, як Тищенко. Ух ти! Серйозно? Та вам тоді не велотренажер потрібен. Гантеля потрібна. Так, і кожного разу три підходи по 10, отак, головою об гантелю. Та. І все. За півроку будете як Тищенко. О, дівчата, доброго дня! А ми тут тренуємось. Так. А чого так сполошились? Це ж лише дівчата. Зрозуміло, таки правду про вас говорять. Яку правду? Я просто люблю спорт. Так? Ага, спорт. То хіба спорт. От у мене вчора спорт був. А який? Привезли мені валюту налічкою 200 кілограмів. Ого. Я поки лопатою все перекидав, я думав, у мене спина поламається. Ага. Я уявляю, які у вас мозолі будуть, коли ви їх будете перераховувати. Ой, не кажіть, а люди ж кажуть, що нам легко жити. Ага. А до речі, от ви скільки вже скинули? Я? Ви. Ну, кілограм 15. Ого! Ага. До мене як ДБР з обшуком зайшло, я ледве встиг скинути. Ого. Я теж, до речі, схуд минулого року. А на скільки? На 15 мільйонів. А це у вас що таке? Оце? А це тривожна валізка. А, зрозумів. Документи, гроші, аптечка. Ні, валюта, золото, флешки з біткоїнами. А яка ж це тривожна валіза? А отака? Коли вона не на зі мною, я починаю дуже тривожити. Розумію. А я зараз вам покажу. Дивіться, посвідчення. О, яке. О, тут написано, що я не є корупціонером. Бачите? Що, десь в переході придбали, чи що? На якому переході? Печерський суд. Дивіться, печатка. Знаєте, скільки я грошей за це відвалив?
Що у вас, Сашкенька? Щось зовсім тяжко. Ага. Тяжко. Треба щось мотивуюче. Що? О, зараз. О! А. Що ж там у нього таке мотивуюче? Не знаю. Я вибачаюсь. Що? А можна і нам щось мотивуюче? На колонки можете включити? А, так, зараз. О. Відка! Хто перший? Відка! Хто перший? Відка! Хто перший? Відчиніть негайно, це СБУ! Ух ти, гос! Відчиніть негайно, це СБУ! Відчиніть негайно, це СБУ! Допоможіть! Відчиніть негайно, це СБУ! Допоможіть! Відчиніть негайно, це СБУ! Вимкни! Вимкни! О, взагалі-то ДБР останнім часом дуже серйозно взялося за корупціонерів. Це точно взялись так, що не продихнути. Ага. Я оце минулого року купив собі скромненький Порш 911 Carrera Turbo S. Ага. Фіолетовий. Така ляля. А виїхати не можу, бо одразу ж спалять. Оце тепер їжу в Раду на роботу на тролейбусі. Тому що? Так. Я поки знайшов, де цей тролейбус купити. В Україні не було, з Польщі приганяли. Якщо б ви знали, скільки коштує провести проводи від Шигінів до Ради. Це дуже дорогий транспорт. На хіба робить спортзал на другому поверсі? Засуджу, стук! Юлія Михайлівна, доброго дня! Здрасте! Оце суддя Печерського суду. Юлія Михайлівна, може доріжку? Ні, дякую, мені вже досить. Я про Велло, ну, про оцю. А, ні, у мене сьогодні йога. А, йога? Йога? А що так? Готуюсь до звільнення. Ага. Бо стільки всього натворила, що однією позою не обійдеться. І що, як ваші успіхи в йозі? Ну, найкраще вдається поза собачки. Ось килимок, якщо вам потрібний. Ні, дякую, у мене свій, персидський. Юначе, камон! Ось знову. Швиденько, швиденько, давай, от умнічка. Оп, погнали, перша вправа. Розминка. Чуєш, видно, у суддів такі малі зарплати. Крутиться, як може. Та ні, вона так показує, як вертіла всю судову систему України. Ще щось подібне ляпнете, і я всю прокуратуру на цьому хулахопі прокручу. О, його, його. А це що, коза Верещук на парасольці? Та ні. Вона так тренується, як вона буде зустрічати ДБР, коли вона до неї прийде. А це вона до кого на поклон готується? До когось поважного. Диви, ага. Як вигинається. Юлія Михайлівна, я вибачаюся, а це як поза називається? Поза зайця! Ага. Треба запам'ятати, ага. Бо якщо ДБР зайде, я такий оп і зайчик. Прикольно. Ага. О, ну так, то я теж вмію. Ну так, ми всі вміємо. Ну так, саме так ми отримали свої посади. Ага. О, а це я знаю, що за поза. Це я в ДБР, це я в СБУ. ДБР, СБУ. ДБР. Ой, отак, отак ми бідненькі на державній службі колінки стираємо. Ой. Отак. Ага. Це правда. Ой. Ой. Як добре. Ой. Ух ти. О. Це вона перед кимось дуже сильно провинилася. Або щось буде просити. Я впевнений, багато наших колег саме так свої тендери і виграли. Точно. О, що це? Цікаво. А мені подобається йога. Мені теж. Більше, ніж бігати.
Ані руш, корупціонери, це ДБР. Ми не корупціонери. Ні. А хто? Ми зайчики. Боже, як знала, як знала! Ми зайчики! Ну що, зайчики? Поїхали туди, де вам дадуть під хвостика. Підйом! Поїхали! Ой! Хай, тічер, мей. Ну, короче, вошел уже, что там? Крутоголов, ну вы сегодня вообще молодец, но вот только забыли come in. Че, не топят у вас, да? В смысле? Ну вы сказали, что я come in забыл. Крутоголов, вы к нам ходите уже месяц, ну? Есть заметные сдвиги. Ну? Вы уже практически не употребляете маты. Хуй, стараюсь. Я надеюсь, мы скоро начнем учить английский. Я хотел бы уже. Сегодня мы закрепим то, что пытаемся выучить уже месяц. Блин, опять алфавит. Ну я ж говорил, сложная тема для меня. Можно как-то этот английский выучить без алфавита? Нет, Крутоголов, мы выучим алфавит. А я? И вы выучите. Ну вы же выучили вот то сложное слово. Какое оно? А, это? Окей. Да? Нелегко оно нам далось, не за один день. Ну выучил же. Да. Только я не помню, что оно означает. Хорошо. Да что хорошо, если я забыл? Окей означает хорошо. А, окей, хорошо. Давайте пройдемся по алфавиту. Окей. Вот это какая буква? А. Эй. Шо? Не шо, Крутоголов, месяц коту под хвост. Это буква Эй. А. Эй. Эй, эй, окей. А, это Эй. Вот это какая буква? Это В. Вэй. Это Би. 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 В это Би, да. А вот это? Си. 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 Yes. Так си или yes? Крутоголов, это буква Си. Си. Да? Ди. Си, ди. Замечательно. Си, жу. Давай дальше. Вот это какая буква? Нет. Блин, я помню в этом месте западло. Ну вот что конкретно? Крутоголов, это буква И. Это буква И? И. Блин, какой сложный язык, нереально вообще. Да мы до языка не дошли еще. Да я представляю, какой язык, если алфавит такой сложный. Ну вот если Е это И, то вот это с точкой, это шо? Вот это? Это Ай. Ай. Куда вы, Крутоголов? Да я домой. Сядьте, пожалуйста. Сядьте. Я не выучу его. Выучите. Выучите. Хорошо. Вот это какая буква? Да это, мать его, может быть, все что угодно. Ну, попытайтесь, ищите. Ру. Ре. Абыр. Ра. Пробуйте. Мягкий знак перевернутый. Поголов. Это буква Пи. Вот это вот буква Пи? Пи. Все, покажите мне, где буква Дец, и мне достаточно. Хорошо, давайте по-другому. Давайте по-другому. Давайте вы сами найдете G.
Вот так с проходника, да? Блин, я за 10 лет супружеской жизни ее не нашел. А тут сейчас взял и нашел, да? Давайте я вам подскажу, помогу. Вот это какая буква? Это 6. Какая 6? Вы думаете, у них в алфавите могут быть цифры? Ну если ры это пи, то это наверняка 6. Хорошо. Вот вы знали уже, вот это какая буква? Это 5. Какая 5? Римская какая? Вот это 5. Вот это 10. Крутоголов, вы идиот? Чё идиот? Вы сказали сами, придумай ассоциации к буквам. Да. Я придумал. Ну? А буквы забыл. Крутоголов, это буква Ви. Ви? Ви. Блин, что нельзя было В оставить как В, а вот эту 5 назвать Би? Нельзя, это Ви. А вот это? Ви-ви. Крутоголов, это W. Может, хотя бы W? Нет, это W, это английский язык. Это идиотский язык, я ушел. Да подождите, нам всего-то там 3 буквы осталось. Какие? Ну вот же, 3 буквы. Это 3 буквы? Да. Я думал, это слово с ошибкой написали. И, кстати, мы пропустили преинтереснейшую букву. Какую? H. Вот, кстати, у меня куча вопросов по этой букве. Давайте. Назовите мне вот слово с этой буквы. H? Ну? Да, пожалуйста. Вот, например, home. 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 Ну? И где здесь буква H? Господи, ну вы разве не видите? Ну вот же, вот он, вот H. Вот, какой H. Нахрен H? В смысле H. Я не понял, вы что, на ходу придумываете что? Да ничего я не придумываю. Ну а где тогда буква H? Ну, в английском нет буквы H. Это правило чтения. Вот, например, слово «our». Здесь H вообще не читается. А нахрена она тут стоит? Хоть одно слово в этом языке есть, чтобы H читалось как H? Нет. Вот такой язык. Вот такой. Так вот своим англичанам и передайте мне. Вот такое вот. Так подождите вы. Давайте коснемся буквосочетания, и вам многое станет понятно. А-а-а. Например, когда мы соединяем C и H, получается чи. Чё? Ничего, а чи. Children. Cheese. Children. А вот если мы соединим S и H, то как? То шо? Правильно! Только не шо, а ши. Ship. А если мы соединим S, C и H? Интрига бешеная. На самом деле все очень просто. C читается как K, а H не читается вообще. Спасибо, я домой. Подождите, пожалуйста. Ну, хорошо, давайте мы действительно алфавит на какое-то время отложим. Я сразу говорил, нахрен он нужен. Давайте попробуем что-то вот самое элементарное. Например, артикли. Есть презамечательнейший артикль the. Смотрите, вот так вот язычок между зубками, и вот так вот the. Давайте. The. The. Ну, чуть-чуть больше язычка. The. The. Вот давайте. The. The. Вот больше язычка, больше.
Ну вот, вот не надо язычка и говорите в другую сторону. The. 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 Ну, старайтесь. Блин, мне реально сложно, ты понимаешь? Ну давайте как легче, как вам будет легче? Мне легче, когда я знаю, как оно переводится. Оно не переводится. А нахрена оно надо вообще? Крутоголов, ну это артикли, они служат для связи слов. Так что ты сразу не сказал, что это маты? Давай поподробнее, давай, давай. Это не маты. Оба-на, извиняюсь. Hello, I'm sorry, I was busy. I'll call you back in 2 minutes. А что это, извините, было? Президент звонил, само вырвалось. Значит так, Крутоголов. Go отсюда к чертовой бабушке и без президента don't come back. У вас английский от зубов отлетать будет. Давайте быстро. Дизель-шоу. 10, 9, 8, 7. Не 7, а 7. Так, всім-всім повідомляємо, ми даруємо незабутні новорічний настрій. Всім кажемо, приходьте 8, 9, 10 грудня на новорічні концерти у Києві. 3 дні у грудні, 3 найкрутезних концерти Дизель-шоу. Зйомка народного новорічного Дизель-шоу. Разом створимо таку потрібну, таку необхідну і бажану атмосферу свята, віри та підтримки. Зустрінемо переможний новий рік у грудні! Всім зрозуміло? Всім! 8, 9, 10! Приходьте, буде весело. Ага. Купуйте квитки і приходьте на Дизель-шоу. Дизель-шоу. Здравия желаю. Добрый день. Понимаете, у моего друга большая проблема. Не прошел переаттестацию? Да, откуда вы знаете? Мы уже год ее пройти не можем. Мы куда только не обращались уже. И к генералу ходили, и в больницу, и даже к гадалке. А к гадалке зачем? Понимаете, она генералу помогла. Он нам ее советовал. А у нас очень сложный случай. А говорят, вы самый лучший репетитор. Кто говорит? Ну, полицейские. Ну, им видней. Ну, давайте, зовите вашего друга. Да. Мне не получится стать полицейским. Это почему, интересно, вы так думаете? По-перше, вот. У меня организм отторгает эту форму. Это вообще не проблема. Их шьют на заказ. О, тоді скажите им, чтобы они карманы нормальные сделали. У меня в старой форме были карманы вот отсюда до пят. Дуже удобно. И кепка, обязательно кепка 3 дна должно быть. Запомнили, 3. Это ж не просто кепка, это наша панама. Это наш ментовской офшор. Скільки грошей через нього вивели? Скільки грошей, господи! Ну вот видите, что с человеком творится. Так а скажите, а вам вот это зачем? Просто это мой брат. Близнец. Это ваш брат-близнец? Ну да. Просто он в милиции давно, а я в полиции недавно. Ну, подождите, пожалуйста, в коридоре. Спинку, спинку. Давай, получится все. Давай. Ну? Почему не прошли переаттестацию в первый раз? Потому что там не люди работают. Я сделал все как треба. Зайшов сразу одному отслюнявил, второму отслюнявил. Ну, конечно, вас не взяли. Да ладно мне, вони гроші не взяли. Я вам помогу. Считайте, вы уже в полиции. Тобто вы та сама людина, через яку можно решать все вопросы? Господи, я вас целый рік шукаю. Зараз, зараз у меня тут... От, були б карманы удобные, уже б достал. А тут вот, пока достану носок тут...
Пожалуйста. И первое правило – не давать взятки. Ага, не давать взятки. Понял, но цим я якось переживу. И не брать. Ага, ага. А яке друге правило? Я серьезно. Не брать взятки. Не, ну понятно, не брать, ну чуть-чуть же ж можно. Нет. Не, ну чуть-чуть. Деньги брать вообще нельзя. Ну хотя бы гривни, это же навіть не гроши. Так, давайте мы сейчас смоделируем с вами ситуацию. Я дам вам взятку. Прямо на первом занятии. Класс! Ну вы радуетесь, мы просто моделируем. Ага. Итак, я даю вам взятку. Спасибо. А вы не берете. Понятно? Понятно. Нельзя. Нельзя. Ай! Брате! Что, что, что? Я не понимаю, что он от меня хочет. Бери, не бери, бери, не бери. Что такое? Учимся не брать взятки. Да это бесполезно. Он их даже под гипнозом берет. Ну вот видите, дай сюда. Нельзя брать деньги. Нельзя. Нельзя. Да что ж такое? А ну. Ты хочешь быть полицейским? Хочешь. А полицейские деньги не берут. Посмотрите на меня. Послушайте. Я... Послушайте меня, пожалуйста. Это... Послушайте меня, пожалуйста. Это... Да вы что? Я выгоню вас сейчас! Вы не понимаете, взятки брать нельзя. Даже в руки брать не смейте! Не прикасайтесь! И не переживайте. Ничего, мы и не с таким справлялись. Питочки работают. А что это вы только что делали? Нічого. Сидів і нічого руками не трогав. Встаньте, пожалуйста. Я хотів би посидіти. Встаньте, пожалуйста, я сказав. Встаньте! Поверніть. Що? А где деньги? Не знаю. Я руками нічого не брав. Давайте тогда начнем с самого начала. Ага. Как вы вообще попали в милицию? Ну як, ну, випускний в школі був, почалась п'яна драка, приїхали менти. Ні, я спрашиваю, як ви почали працювати в міліції? Так і почав. В участку мене спитали, ти що, самий умний? Ну я відповів, там махач почався, і ось я майор. Давайте попробуємо ще раз. Я даю вам $100. Хорошо. 200. Держитесь. 400. 600. Ну, молодец! Вы справились с этой задачей. Подождите, а вы что, до 1000 повышать не будете? Нет. Тогда я хотел бы забрать 600. Нет. А яка несгораемая сумма? Да нету никакой несгораемой суммы. Вы не понимаете? Начальство за взятки вас уволит. Так я ж для начальства цю штуку и хотел. 400 віддав їм, а 600 собі забрав. А начальство взяток не берет. Брате, брате, не сюди. Что, что, что? Він тільки що такий серйозним лицом. Начальство взяток не берет. Ну да, это так. Я серьезно. А за что же они живут? Хорошо, тогда вернемся к взяткам. А, да, так. Слушайте, а вот, чтобы я не брал взятки, можно я... Брат, брат, пристебни меня вот так наручниками. Зачем? Эксперимент, давай. Давай, давай. Ну, хорошо. Да. Давайте попробуем так. Давайте. Все, готов. Я даю вам... $100. Хорошо. Шо? Я даю вам 500. Еще. Внимание. Я даю вам $1000. Держитесь.
Молодец, молодец. Держись, 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 держись. Все хорошо. Держись. Хорошо, мы контролируем ситуацию. Держите его! Мы Ну вот. Теперь отберите у него эти деньги. Мое! Да ну, это уже не отберешь. Мое. Хорошо. Тогда давайте перейдем к практическим занятиям. И вот перед вами подозреваемый распространяет наркотики. Під личиною полицейского, да? Ах ты ж гидота такая! По инструкции, какие ваши первые шаги? А, по инструкции. По-перше, треба удостовериться, что то действительно наркотики. Правильно. Каким образом? Ну, каким? Вот так два пальца в пакет встромляешь. Краще три, я люблю три. Вот так вот. И так с горкой, так вот так берешь, так. А потім так ще указательним пальцем. Я не знаю, на що вони це роблять, я так в кіно бачив. І потім тебе так. Пу! І ти таку. Бодрячком. Знаєш таке? От якщо бодрячком, значить кокс нормальний, от реально наркотика. І причому, знаєш, таке состояние, ну ніяк під травою, от тебе прибиває трохи. При Герічі, ну, вообще, ти що, я якось заснув за рулем, причому, помніш, да, 4 машини протараня. Ти що, от під коксом я б такого ніколи б не зробив. Понимаєш? От за що я люблю кокс. А может, лучше отправить на экспертизу? Так а смысл? Вони ж не возвращають. Так, хорошо. Допустим, теоретически экспертиза подтвердила, это наркотики. Так. Подозреваемый в ваших руках. Ах ты ж гаденыш наркоманский! Давай 300 баксов! Что вы делаете? Так никого ж нема. Во-первых, у вас будет напарник. А, напарник? Давай 600 баксов! Я с напарником! А напарник взяток не берет. То не буду у меня напарника. Давай 600 баксов просто так! Нет, у вас будет напарник, а кроме того, у вас будет вот тут камера, и она будет все снимать, и вы не сможете брать деньги. Так а на что такая работа нужна? Подождите, пожалуйста, в коридоре отдохните. Спасибо, помог. А вы послушайте меня и поймите, в полиции намного лучше, чем в вашей милиции. Чем? Например, вам выдадут новые современные автомобили «Приусы». Я не пересяду зі свого мерса в цей драндуль. Ну, «Тойота» — служебный автомобиль. У меня служебный «Мерседес». Личный у меня «Порш 911 Carrera GT3». Слушайте, ну вот все полицейские ездят, и ничего страшного. Ничего страшного? Ты что, новини не дивишься? На улицу страшно выйти. Та-та-та-та. Страшно навіть ментам. Ну вот чего вы постоянно причитаете, ноете, жалуетесь? Ну вот представьте, вас возьмут в полицию. Вы оденете форму, будете патрулировать улицы, останавливать автомобили. Тобто совмещать ГАИ и ментовку? Да. Спасибо, что исполнил мое желание. Но взятки брать нельзя. Что ты все спортив? Кайфулом. Брате! А, что? Все. Я не хочу быть полицейским. А что ты хочешь? Я хочу работать в СБУ. Там, кажут, еще все наши. Я запрещаю тебе водиться с наркоманами и бандитами. Ты что, мне мама? А хочешь, чтобы я маме позвонил? Позвони! Позвоню! Позвони! Так, я полицейский! Дизель шоу! Яна, просыпайся! Быстрее, просыпайся! Это вопрос... Что? Что? Жизни и смерти. Какой? Черт подери! Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна, это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Так. Ой, это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и ту же ролевую игру. В смысле? В коромысле, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракции отправляют на полиграф.
Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флюорография — это две разные вещи. Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут. Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезно. Вон Ковальчука, помнишь? Ну, со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю. Спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна! Ты что, не понимаешь, что ли? Если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс. И если пульс прыгает, то значит человек нервничает и, скорее всего, врет. То есть ты и во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю, давай быстрее. Так, а, что? Да ты... любой вопрос. Просто любой вопрос? Вот любой? Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Что? Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас... 220, ты посмотри! А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, и надо хорошо потренироваться хорошо как-то. Попроще что-то. Хорошо, можно? Попроще. Ты давал взятки. Яна! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности так кидает? Как не в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос, хорошо, я тебя прошу. Хорошо, обычный, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать, поэтому хочу узнать, есть ли у вас в партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос, самый простой. Самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит майбах? Ну не такой простой, Яна. Это каждый дурак в раде знает, ну. Ну, что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно! Я тоже серьезно! Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой, а ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? При чем здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. 4 0? Нет. 4 единицы? Нет. 1 2 3 4? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов, спроси меня что-нибудь и про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко, ты куришь травку? Да. Яна, что ты меня палишь-то? Давай, простой вопрос, соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну, ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна! Господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо.
Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует. Ну Яна. Как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено. Но заказывают же ж. Яна. Ты заказывал проституток? Нет. Ой. А что же это за звук? Да я понятия не имею. Может, он вообще не работает, этот прибор. Ирина проститутка? Яна! Ирина это член нашей партии. Ирина политическая проститутка. Ты лишал ее депутатской неприкосновенности, а? Прекрати, Яна! Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по 10-бальной шкале, насколько вы странный. Другой любой. Представьте, что вы карандаши попали в блендер, ваши действия. Яна, дай сюда телефон, да я его выброшу сейчас. Что ты нервничаешь, господи, да возьми ты выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное, у нас кровь на анализы берут. Да, вас реально как-то обложили. Еще как, если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим. Ой, я даже знаю, кто пишет. Нет, это не Ирина, это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да. Вы действительно Крутоголов Егор Григорьевич? Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ариной? Ну-ка, дай сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги? Что? Да... Что опять за звук? Что с этим аппаратом, я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Ты опять что-то придумала? Действительно вопрос. Это кто прислал? Черт, это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт, нет, это все не работает, это... Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят, и я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама. Что, мама? О, судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама. Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, 20-я неделя. Мам, ну, тест на честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигнёй заниматься? Мама. Мам, завтра у Егора допрос, и нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим, хороший мой. Говори, брал взятки! Можешь не отвечать, по твоей наглой морде вижу, что брал! Евгения Валерьевна, вы,
уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я! Мамочка, ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранишь, а? Пароли, явки, имена подельников, говори, кобель! Я не знаю! О, врёшь, скотина! Мама, спроси, кто такая Ирина? Кто такая Ирина? Я не знаю! Врёшь, скотина! Яночка, неси утюг. Это зачем утюг? Не надо! Сейчас эта скотина утюг. Все скажет. Не. Тяжело в учении, легко на нарах. Говори, скотина, прав, взятки нет! Ай, больно! Он даже не подключен. Яна, он у тебя не только брехло, но еще и стекло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! 1, 2, 3, 4! Я знала! Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут я на корыто стирки. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да пошли вы обе! И полиграф это тоже посол. И политика это посла в зубу. Я у себя в комнате. Не входите, я плачу. Мам, откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал. Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Дизель-шоу. 8-9 та 10 грудня новорічні концерти у Києві. Ми запланували на 8, 9 та 10 грудня новорічні концерти Дизель-шоу. Ми плануємо і мріємо. Ми готуємо нову програму, спеціальну новорічну прем'єру. Ми підготуємо усім українцям нове особливе дизель-шоу. Ми жартуємо, і це вибішує наших ворогів. А ми все одно плануємо 8, 9 та 10 грудня провести грандіозні концерти дизель-шоу. Ми разом зустрінемо переможний новий рік. Ми та Збройні Сили України. Бо лише за підтримки Збройних сил України ми мріємо, живемо і плануємо. 8, 9 та 10 грудня великі зимові та новорічні концерти на підтримку України та ЗСУ. До зустрічі! Побачимось! Купуйте квитки і приходьте на дизель-шоу. Егор Григорьевич! О, ти, Женя, господи, та я трохи прикорнув, бо ці інтерв'ю мене так вимотують, кошмар. Лучше ви так на інтерв'ю спали, вместо того, щоб на вопросы отвечать. А що таке? Я там все нормально сказав на тому інтерв'ю. Я ж цей, оральний іскуситель. Искусный оратор? А я как сказал. Вы смотрели свое последнее интервью в новостях? Женя, если я буду смотреть все свои интервью, то кто ж тогда будет работать? Ты что, я же работаю. Егор Григорьевич, вы говорили фразу «цветет и пахнет». Конечно, говорил. Это про нашу замечательную область, что она у нас цветет и пахнет. Вот такая она у нас. Да? А в эфире было вот так. А скажите, как у вас обстоят дела с преступностью? Она у нас цветет и пахнет. А как это они сделали? Это что, мой брат-близнец? Нет, Егор Григорьевич, это монтаж. У меня что, есть брат-монтаж? Нет, это видеомонтаж. Когда вопросы меняют местами с ответами, понимаете? О, Господи, что это такое бывает? Вы говорили фразу «и в хвост, и в гриву». Говорив, ну, я говорив це про корупціонерів, що ми їх і в хвост, і в гриву. Да? А ваші збирателі побачили от це?
Скажите, а как вы относитесь к проституции? Имел я их и в хвост, и в гриву. А... Не, ну, у меня, конечно, ну, таке було, но я им про це не рассказывал. А... Ой, мамочки. Что? Что такое? Вони ж там и про геев питали. И что вы им ответили? Я сказал, что в моем окружении таких немає, и среди моих знакомых таких быть не может. Да? А вот как было в эфире. Скажите, а среди ваших знакомых есть геи? Ой, багато. Практически все депутаты горсовета. Да что говорить, я и сам в первых рядах. Це ж я казав про тих, хто бореться з корупцією. Ой, божечки, а куди ж вони про цих геїв поставили? А вот дальше. А среди ваших знакомых есть ли честные чиновники? Серед моїх знакомых таких нема. И в моем окружении таких бути не може. Вот падли, ай-яй-яй. Вы понимаете, вот таким вот монтажом они понижают ваш рейтинг. Понимаю. А что же его робити теперь? Ну, что поделаешь, это политика. Тут надо быть внимательным, что вы говорите. Егор Григорьевич, сейчас фейков больше, чем правды. Фейков? Да. Слушай, Женечка, а помнишь эти фотографии двухгодичной давности? Ну там, где я нібито с проститутками, нібито в своей сауне. Может, это тоже фейк? Да нет, это правда. Хоть мы и сказали официально, что это фейк, но только потому, что вы год спустя запостили на Фейсбуке фотографии с этими женщинами. Я не виноват, це Фейсбук, зараза така. Говорить, поділіться воспоминаниями. Я как вспомню, як хорошо было. Ну и классно. Ай-яй, вот дурак. Видите, надо быть внимательным. Такой монтаж может очень сильно и очень негативно отразиться на вашем рейтинге. Так а что же робити, а? Клин клином будем вышибать. Це як? Сейчас придут журналисты с оппозиционного канала. Не надо, они же испортят все. Ничего они не испортят. Я буду рядом. Я вот тут спрячусь за столом, да? Если они будут задавать каверзные вопросы, вы ручку уроните, и я вам подскажу. Хорошо? Ага, вот тут я спрячусь, они меня не увидят. Вот тут? Да. Ага. Егор Григорьевич, к вам журналисты пускать? Пускать? Ну, конечно, пускать, Егор Григорьевич. Еще раз, только когда сложные вопросы, тогда роняйте ручку. И постарайтесь однозначно не отвечать на вопросы, типа да или нет. Это проще всего монтируется. Понятно? Да. О, то есть нет. Ой. А что казать? Мило улыбайтесь, кивайте, отвечайте размыто. В крайнем случае, вопросом на вопрос. А, понял, господи. Заходьте, будь ласка. Здравствуйте. Мы немножко опоздали или все в порядке? Как сказать? Ну тогда мы можем сразу начинать. Я могу присесть? Могу ли я вам запретить это сделать? Так. Для начала представьтесь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы вы представились на камеру. Да-да, вы. Туда. Егор Григорьев! Что, простите? Егор Григорьев! Ой, извините, но ничего не понятно. Ой, ручка моя любимая упала. Зараз, секундочку. Что отвечать? Егор Григорьевич, представьтесь, в этом ничего страшного нет. Ага, они вон потом подставят, что у вас тут по геям, кто у вас главный? Егор Григорьевич Крутоголов. Кто у вас все украл? Егор Григорьевич Крутоголов. Они так не подставят, это слишком в лоб. Не переживайте, подставьтесь. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Значит, вы, Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Ну, тут так написано. Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Заметьте, это вы сказали.
Чувствую, интересное у нас интервью получится. Итак, Егор Григорьевич, вы уже два срока возглавляете этот город. Все верно? Секундочку. Что сказать? Скажите, возглавляю. Ага, а потом буде гей-паради проводити? Возглавляю. С коррупцией боретесь? Возглавляю. Егор Григорьевич, в любом случае они так не сделают. Постарайтесь ответить положительно. Ответ положительный. Но у геев и коррупционеров главный не я. Очень смешная шутка. А знаете, я как раз хотела спросить, а вот до того, как вы получили такую высокую должность, чем вы занимались? Секундочку. Тут размыто не получится. Постарайтесь аккуратно уйти от ответа. Ой, Егор Григорьевич, а вы куда? Аккуратно ухожу. Но у нас еще не закончилось интервью. А да, я уже думал, закончилось. Как время летит, время песок, время вода. У вас все в порядке? Во! Вы знаете, нам очень часто задают наши телезрители вопрос. Вы ничего запрещенного не принимаете? Откуда они знают? Немедленно вынырните из-под стола и скажите, я никогда в жизни не употреблял наркотики. А вдруг они подставят? Не подставят. А вдруг они подбросят? Не подбросят. Вылезайте, да вылезайте, и так пауза затянулась. Я наркотики никогда в жизни не употреблял и употреблять не собираюсь. Я так и поняла. И даже уже не знаю, что и спросить после такого заявления. Обычно после этого что-то страшное спрашивают, что и что и казать. В таком случае используйте слово «паразит». Это усложнит монтаж. Ну вот, давайте этот вопрос. Как вы относитесь к нынешнему президенту? Ведь вы же не входите в его политическую силу. Ну, він паразит молодець, конечно. Там... Той, там, в баскетбол грає паразит, пошту розносить паразит, реформи всякі розносить паразит такой. Скажите, а как, по-вашему, в нашем городе обстоят дела с дорогами? Только давайте я у вас ручку заберу, а то она все время падает. Йоханий Бабай чуть голову не разбил. И дороги у нас Йоханий Бабай чуть голову не разбил, когда ехал. То есть вы признаете, что с дорогами у нас полный аврал? Черт, да хватит на меня все скидывать! А что вы на меня все скидываете? Я тут на один работаю. Так, подождите, но ведь дороги – это же ваша зона ответственности. А что дороги – то наша зона ответственности? А с кем вы там все время разговариваете? Ни с кем, вам показалось. Все, она нас раскусила. Ведите себя естественно. Не настолько естественно. Если будет сложный вопрос, делайте резкие движения. Так монтаж станет заметен. Так, Егор Григорьевич, как вы считаете, тарифы за транспортировку газа для населения, они вообще справедливы? На этот вопрос я не могу конкретно ответить. Сначала нужно провести экспертизу. Созвать комиссию, а уже потом я вам смогу на него ответить.
Я поняла. Спасибо вам за информативное интервью. Обращайтесь в любое время. Ага. До свидания. До свидания. Дима, срочно в эфир. Ну что, как ты думаешь, как я справлюсь? Не знаю, узнаем из новостей. Что там? Сказали, в эфир пойдет сразу. В срочные новости. Наверное, интересная тема. А ну, давайте на экран сейчас выведем. Экстренные новости. Наши корреспонденты получили подтверждение, что мэр города принимает наркотики в рабочее время. Представьтесь, пожалуйста. Паразит. Егор Григорьевич, как часто вы употребляете наркотики? Вы сейчас под наркотиками? На этот вопрос сложно ответить сразу. Сначала нужно собрать комиссию, потом вызвать экспертизу, и только тогда я смогу ответить. И последний вопрос. К вам можно обратиться, если понадобится достать наркотики? Звертайтесь в любое время. Все. С этого момента я не мой мэр. Боюсь, что после этого интервью вам недолго осталось быть мэром. Да при чем здесь? Его не очень-то вы все! Дизель-шоу. Кто знает, навещен нас тут зебрал. Я вообще без понятия. Я только из Таиланда повернулся, сказали сразу сюда ехать. У вас такой тайский хэппи-энд? Да не говорите. Я вообще не понимаю, что такое. Все были в курсах, со всеми узгодил. Что не так? Ну, может, то еще все были в курсах, а только вы были в Таиланде? Я вибачаюсь, а вы цього року де відпочивали? На дивані. Нікого не чіпав, лежав собі на дивані, і тут обшук, раз, і все. Багато знайшли? Щось заборонене? Заначку в дивані. Ой, і велика була заначка. З дивану. Почекайте, а чого не можна було гроші у сейф спрятати? Бо диван в сейф не влазив, бо там були гроші. Хтось... Гроші гребе лопатами, а він диванами. А ви думаєте, мені так просто? Мені дуже непросто. Помитися вдома не можу, бо в бойлері гроші. Сходити в туалет не можу, бо в бачку гроші. Подивитися телевізор не можу, бо там гроші. Ще й сексу майже рік не було. Ви що, і туди гроші запхали? Та ні, дружина поїхала за кордон. А що ви сказали? Звідки у вас ці гроші і навіщо вони? Я сказав, у мене ціль. Я збираю 100 мільйонів для ЗСУ. Так. Ну, прям як у мене. У вас теж ціль зібрати 100 мільйонів для ЗСУ? Ні, у мене просто ціль зібрати 100 мільйонів. Я просто свої бажання записувала на папірцях, бачите? А до мене увірвалися з обшуком. Нічого не взяли, тільки один папірець сфотографували і все. І що ж там за бажання? Та там різне. В основному по роботі. І що ж це за робота? Податкова. Ну, це добре, що вони тільки один аркуш знайшли, бо у мене там цілий альбом з бажаннями. Ага. Так а навіщо ви цей аркуш залишили? Треба ж було його підпалити і в шампанській. Не встигла. Мені спочатку потрібно було спалити усі документи, завдяки яким мої бажання здійснювалися. А я взагалі весь згорів. Перший день на пляжі, два рази облазив. А ви тут взагалі по якій справі? Я? Та я не розумію. Ну, купив собі будиночок по акції. Що за акція? Ну,
Будиночок коштував 100 мільйонів, а я купив за 10. Ну, от фартіло. Це виходить, що будинок коштував, як мій диван до обшуку? Майже так. Хто ж дає такі знижки? Батюшка з Лаври. Зробив мені божественну знижку. Божественну. Ай, скоро всі з Лаври підуть вслід за російським воєнним кораблем. І всі, хто купували щось у них. Не приведи, Господь. А ви тут чого? А мене за яйця взяли. Ну, нас тут, в принципі, всіх взяли, окрім неї. Або я чогось не знаю. Та ні, мене за курячі. Ти що, інвалід? Сам ти інвалід. Я купував яйця по 17 гривень. Ну, по 17 гривень за десяток – це недорого. У мене в ресторані дороже. 17 гривень штука. 170 десяток. Крутая схема. Можна з тобою сфоткатися? Та це ніяка не схема, це просто технічна помилка. Ой, давайте будемо відверті, що ви, як і усі ми, просто хотіли технічно людей наїб... Я дуже нервую, дуже. А раптом нас сильно покарають. Так, я 20 років вже в системі, за корупцію ще нікого ніколи не карали. Я думаю, нас просто сфоткають з розмитими обличчями і відпустять. А якщо скотчем до стовба прив'яжуть і на морозі штани знімуть? Та ні. До стовпа прив'язують, якщо ти там буханку хліба вкрав. А якщо мільйони, то просто пофоткають. А може нас примусять на камеру вибачитися? Ні, я вже перевіряв, це не працює. Я вон за Таїланд вибачився, і ще хуже стало. А де ти записував то вибачення? В Дубаях на пляжі. Так, добре, давайте я зараз запишу. Бажання, щоб нам нічого не було. Так, як правильно писати? Не через чи через ні. Та немає різниці. От гривня 70 і 17 гривень. Ото є різниця. Добре, хоч у нас смертної кари немає. А в Таїланді є. Ну, це тільки якщо ти в Таїланді воруєш. А якщо тут воруєш, а там тратиш, то норм. Я перевіряв. Ну, смертна кара за корупцію – це вже якийсь перебор. Ну, думаю, максимум браслети одягнуть. Браслети? Тіфані чи Картьє? Електронні. Електронні? Самсунг чи Apple? Хасіо. Та обтяжуючи, ну, таких не можна за кордон виїхати. Ага, а типу зараз можна? Можна. Тільки відео не треба виставляти, а то я затупив. Ну, тобто не я, а мій друг. Ага. Затупило, вона прилетіла мені. Ні, ну я, мабуть, на всяк випадок подзвоню куму. Алло, кумчик, привіт. Можеш говорити, чи зайняти? А коли звільнишся? Років через 10? Ясно. Так. Алло, куме, привіт. Ти чув, що з кумом? Чув, так? А ти де? В роумінгу? Ясно. Так, блін. Алло, куме, привіт. Можеш говорити, що переїжджаєш? З Лаври вигнали? Ясно, давай, пока. Щось сьогодні зовсім не день. Кумів, так? Так, куме, так. Зараз мені тут дали ще телефончик одного мужичка. Сказали, вирішує будь-які питання. Алло. Не заважайте, я тут розмовляю. Алло. Алло, кажіть. Алло, кажіть. Можна тихенько? Ясно. Так, слухайте, ну а мене ж за що? Я ж на церкву гроші давав. А пожертви? Ні, побудував собі церкву на задньому дворику. Така, це, до речі, перша церква у світі, де є джакузі. Так, у мене й батюшка такий класний робив кальяни на ладані. Бомба.
піджейки, ескортниці, така тусня була. А потім ну, їх забрали на роботу в міністерство і все, все захлопнулося. Помню, помню. Знатне містечко було. Ага. Нам всім це пригадають. Ой, чую, одним місцем, нам хана. У вашому випадку двома місцями. Не вірю, нас, скоріш за все, просто поміняють місцями і все. Я так постійно, років 10 вже міняюся. Я навіть не пам'ятаю, з чого починав. А я от пам'ятаю, я вантажником був. Приїхали ми тоді до одного депутата, вигружаємо диван, а звідти гроші як поваляться. Отак я і став його заступником. Боже, як символічно. З дивану все почалося, диваном все і закінчилося. А ви теж з дивану починали? Що? Ну, я маю на увазі, посаду ви через диван отримали? Ні, я бажання на Новий рік от записала. Пам'ятаю, як зараз. От сиджу я на колінках у Діда Мороза. Чи стою на колінках? І стояла. Вітаю, панове обвинувачувані. Ну, сподіваюсь, кожен з вас знає, за які косяки він опинився тут, правильно? Я не знаю. Так. Об'ясніть мені. Я за свої бабки купив тур по Азії. За свої бабки забронировав президентські люкси. За свої бабки жрав там дорогое шампанське і от этих здорових раків. Що не так? Ну, можливо, не так те, що ви гроші народу України називаєте своїми бабками. Так а що, ви нас заарештуєте? Ні-ні-ні, ви і так дуже довго були на балансі України. Нас розстріляють. Ні, патрони зараз на фронті потрібні. Нас повісять. За яйця? А, до речі, це непогана ідея. Хоча, ні, держава придумала більш сурове покарання для вас. Так, ви будете працювати на новому місці роботи. А я казав, я фартовий. Так, ми вирішили створити новий альтернативний уряд. Уряд уродів. Уряд уродів? Так, от ви будете міністром закордонних справ. О, не дарма по закордонам їздимо. Так, ви, оскільки ви знаєте корупцію зсередини, будете в нас очільником НАБУ. Альтернативного, так. А ви в нас будете головою, хоча ні, так, дивлюся, розумію, ви будете в нас мордою Нацбанку. Чекайте, завтра я у вас. А ви в нас будете міністром міністрів. А я главний, головний. А ви ким хочете бути? Я? Владичицею морською. Боже. Ну, будете очільницею Одеської митниці. Клас! Бажання здійснюється! А де ж ми будемо працювати? Уряд в урядовому кварталі, а ми... А ви будете працювати в новому місті. Ми спеціально для вас звільнили Лук'янівське СІЗО. Охорона! Заберіть їх! До побачення! Побачимось за 20 років! Так, друзі, ми впевнені, що за останній рік українці довели, що вони гідні жити у крутій державі, де будуть працювати чесні депутати та чиновники. І ми впевнені, що так і буде. Слава Україні! Что же подарить? Да что же? Нет, это не то, это не... Нет, что же? Ну что ты мечешься? Что случилось уже? Да начальник налоговой пригласил на день рождения. Ну так это же хорошо. Да что хорошего? Тут с подарком надо угадать прям на 100%, иначе хана. Да ладно. У нас же сейчас новая власть везде, все по-новому. Так в том-то и дело, что все по-новому, а в налоговой все по-старому. Островок, мать ее, стабильности.
Он меня доит, как корову, а я должен идти к нему, улыбаться и делать вид, что он самый прекрасный человек на свете. Ну так не иди. Ну что значит не иди, чтобы он теперь меня начал еще в два раза больше доить? Ладно, заедем на полчасика, быстренько поздравим и все, и уедем. Чтобы он подумал, что я что-то стыбзил и свалил. Ну что ты все преувеличиваешь? Ты не понимаешь, что это за человек. Он такой мстительный. Я когда рядом с ним, я боюсь что-то лишнее ляпнуть. Да ничего ты не ляпнешь. Ты же у меня молодец. Хренодец. Ты, главное, не рифмуй там, и все будет нормально. Нет, надо звонить Ткачуку. Что же он там выбрал? Алло, здравствуйте. А мне нужен Петя. Как? Когда? От чего? Понятно. Представляешь, Ткачук так и не выбрал, что подарить, и умер от переживаний. Везет же людям! А может быть, ты подари ему какой-нибудь творческий подарок? Например, стихотворение? Хренотворение! Ах да, я забыла. Не твое это рифмовать. Да просто позвони его жене и спроси, чего ему надо. Да Петров уже в прошлом году позвонил. Знаешь, что он подарил? Сумочку Прада и сапожки из крокодиловой кожи. Ну? Знаешь, где теперь Петров? Где? Где-где? Не надо рифмовать, я все поняла. Да в тюрьме он, за неуплату налогов. Видите ли, сумочка была не того цвета. Что же делать? А может быть, ты подари ему какое-нибудь золотое украшение? Часы там или цепочку? У него этого добра навалом, он ничем этим не пользуется. А ты подари такое, чтоб пользовался. Например, золотой унитаз. Вот он будет сидеть каждое утро и тебя вспоминать. Марусь, у него 10 золотых унитазов. Он придет, нагадит и даже не вспомнит обо мне. А мы гравировочку сделаем. На долгую память от Егора. Писайте на здоровье. Слушай, а может подарить ему какое-нибудь экзотическое животное? Ну, там панду, ягуара, крокодила или зебру? Ты сейчас просто перечисляешь его праздничное меню. А подари ему жрицу любви. Какой смысл ему дарить часть его вечерней программы? В смысле? Ну, у него там намечается автопати, ну, типа для своих, для мужиков, сауна, жрицы любви, все такое. Я не поняла, тебя тоже туда пригласили? Да, но понимаешь, в чем заковыка? Я уже не понимаю, в качестве кого меня туда пригласили. Мне вчера вернули НДС на фирму. Никогда такого не было. Я вот это думаю. Может, это как бы аванс за следующий вечер? Ладно, не придумывай. Может быть, подари ему выступление какого-нибудь артиста? Да были у него уже все. Даже президент. А, наверное, еще до президентства. Да в том-то и дело, что после. У него даже Фредди Меркьюри пел. Как Меркьюри? Он же умер. Да, но он-то об этом не знал. И ему об этом никто так и не решился сказать. Так что пришлось Зеброву по-быстренькому учить английский. И что? Он не догадался? Ну, сначала нет. Но когда Фредди Меркьюри начал петь «А я и друзей разумею, и ворогов умею прощать», что-то начал вдруг подозревать. Ой, разозлился, наверное. Сначала да. Но потом, когда узнал, что это подарок от президента, он как-то потеплел. Слушай, а ты скажи, что ты не привит, поэтому не пойдешь, потому что боишься заразиться. Да ты чего? У него прямо на входе там вакцинируют. Для него специальную вакцину разработали в виде порошка. Ему, видите ли, так привычней принимать лекарственные препараты. Ты подходишь, на входе делаешь первую дорожку, ну, в смысле, дозу. Потом через 2 часа вторую. Ну, а потом бустерные дозы одна за одной, и так до самого утра.
Так а ты скажи, что ты против вакцинации, все, и не надо будет идти. Ты чего? Там такая жесткая побочка появляется. Какая еще побочка? Простреленные колени. Вот такая побочка. Здорово, соседи. Здорово. А, денег мне одолжите. Сколько? Пятихатку. Мне бы твои проблемы. На, держи. Ой, класс, спасибо. Ух ты, да. Большой души ты человек, спасибо. Как мало человеку для счастья надо. Жалко, что ты не начальник налоговой. Чего это? А ничего, это я так размечтался. Ну, ладно тогда. Спасибо еще раз, пока. Да, а, Димка, Димка, стой. Че? А, поможешь нам подарок выбрать для человека? А, знали, кому обратиться. У меня глаз алмаз. Значит, самый лучший подарок – это тот, который подешевле. Вот. Не-не, ты не понял. А, вот представь, что тебе 45 лет, ты богатый, успешный, тебя все уважают, у тебя огромный дом, яхта. А, вот что бы ты хотел в подарок? В подарок я бы хотел, чтобы с меня сняли судимости. Так, ну, потому что, судя по водным, я либо сидел, либо буду сидеть. Да нет, ты чиновник. А, тогда я бы хотел в подарок, ну, или подкоп в Ростов, или, ну, самолета билеты. Да пойми ты, у тебя все в шоколаде. А? У тебя такая крыша, что никто даже сявкнуть не может. Я батюшка? Ты прям вот вообще в шоколаде. А? У тебя есть компромат на всех чиновников, на всех бизнесменов. У тебя 15 офшорных счетов. А, я главный батюшка. Ты начальник налоговой, Харитоненко Валерий Андреевич. У тебя 2 тонны кокаина, 4 тонны золота в подвале. У тебя свой бордель в Киеве. Есть идеи? Идей нет. Но зато теперь у меня есть мечта. Давайте. Давай. Помог. Слушай, это идея. Подари ему просто деньги. Деньги? Блин, ну какие деньги начальнику налоговой? У него этих денег хоть жопой жуй. Да ладно, чё ты? Это в буквальном смысле. У него на прошлом дне рождения даже конкурс такой был. Я вообще 2-е место занял. Мы, кстати, на эти деньги в Испанию полетели. Какой ужас. Да ладно тебе, деньги не пахнут. Мы еще на сдачу маму твою в Морщин отправили. Кстати, давай спросим у мамы. Опытная женщина, может, что-то и подскажет. Не надо маму только, я тебя Мам! Прошу. Мам! Ты мужа собрала уже? Куда? Куда, в тюрьму. Сухарей ему насуши. Каких сухарей? Вы что, новости не смотрите? Завтра у начальника налоговой день рождения. А ты же у нас тупой, не знаешь, что ему подарить. Не знаю. Поэтому все. Проверка, чемодан, тюрьма. Класс. Спасибо, мама. Помогла. Мам, ну что ты нагнетаешь из-за одного подарка? Они в налоговой, там все люди злопамятные. Конченые твари. С***и неблагодарные. Я ж сама 25 лет в налоговой отработала. Че, серьезно? Вы работали в налоговой? А ты думаешь, что со мной весь район не разговаривает? Я думал, просто потому, что характер у вас скотский. Не, ну из-за этого тоже, конечно. Ой, а подари ему незабываемое путешествие с очаровательной незнакомкой. Да он объехал весь мир. Да там он точно не был, Егор. Да где он не был? Тем более, ну куда? Сейчас коронавирус везде. Ну там вирусов вообще нет. Морщин! А я, кажется, догадываюсь, кто эта очаровательная незнакомка. Давненько я в Морщине не была. Может, тещу завалить? Ты что, вообще больной? Да не, не мою. Его, начальника, тещу. Ну что, хороший подарок. Я бы ей подобрал какого-нибудь киллера посимпатичней. Хотя нет, это я ему только головняка добавлю, у него уже... Все имущество на ней, как и у меня. Черт. Все, дальше думай сам. Да, как всегда, сам. Только что у себя дома был задержан начальник налоговой службы. У него в подвале обнаружены золото и кокаин. Кроме того, чиновник подозревается в крупных налоговых махинациях и содержании публичного дома.
Ни хрена себе замес! У-ху-ху-ху! Класс! Еще раз здрасте, сосед! Хочу сказать спасибо за наводку, спасибо! Мы благодаря тебе месячный план перевыполнили прям! Подожди, ты что, мусор что ли? В смысле, полицейский? И то, вот. Ну и вообще, как бы, я ж это, почему к тебе постоянно за деньгами приходил? Это ж я был внедрен в банду, ну так, в компанию вашу, вот. Братан, ты меня так выручил! Спасибо! Да, ты не переживай, мы и про тебя не забыли. Так сказать, страна должна знать своих героев. Ну, бывай. Спасибо! Как сообщает пресс-служба МВД, информация о незаконной деятельности бывшего начальника налоговой службы предоставил предприниматель Круторогов Егор Викторович. Министерство уже выслало герою благодарственную грамоту. Маруся! Собирай вещи, мы выезжаем! На Мальдивы? В Морщин! Мама, где этот Морщин находится? Мама! Дизель-шоу!